Бульвар на Старозагоре полон спецтехники. Погрузчики избавляют газоны от старого грунта, чтобы потом привезти свежую землю. Реконструкция в честь 50-летия улицы идет полным ходом. В этом году преобразится участок улицы от Шибки до Нововокзальной. Отремонтируют дороги и тротуары вдоль всей проезжей части, разобьют клумбы, обновят газон, заменят уличное освещение и установят новые скамейки. Я здесь живу с 78 года. Улица была красивая, ухоженная. И когда вот мы узнали, что будут реконструировать, мы просто обрадовались. Мы готовы выдержать все, даже грязь, только бы нам сделали улицу. Реконструкция коснется и трех фонтанов, в том числе и того, что находится рядом с кинотеатром «Шибка». Фонтаны приведут в первоначальный вид, но изменится система подачи воды. По историческим документам и чертежам восстановят и мозаичные беседки. Особое внимание Олег Фурсов обращает на работу по демонтажу киосков. Торговые ряды незаконно занимают эту территорию еще с 90-х годов. На этой неделе оформляйте документы, вызывайте официально, значит, уведомление вручайте о демонтаже. И после этого все судебные процедуры. Я намерен освобождать все эти пространства для жителей города. Я думаю, за 15-16 лет здесь достаточно заработали люди, чтобы все компенсировать затраты, связанные с созданием магазина. Теперь эта улица, эта площадь должна поработать для людей. Кроме того, планируется оформление вывесок в едином стиле и приведение в порядок рекламных площадей. Поучаствовать в реконструкции изъявили желание и самарские предприниматели. За счет денег спонсоров реконструируют один из фонтанов. Самарцы также могут выделить личные деньги на покупку тротуарной плитки или чугунных скамеек. Имена меценатов увековечат на именных плитках. Мы будем привлекать вот эти вот деньги меценатов, бизнесменов именно вот в этом направлении. Но пока еще конкретно не определили. То есть бизнесмены готовы вложиться, но в каком направлении, это мы будем решать в ближайшее время. Основной фронт работ на первом участке будет завершен к сентябрю этого года. В дальнейшем аналогичные работы будут проведены и на участке улицы Старозагора от улицы Нововокзальной до проспекта Кирова. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».